Успей поставить лайк за 3 секунды, и тогда этот монстр тебя не съест. Считаю. Раз, два, три. Всем привет, ребята! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать в игрушку Monster PvP Arena. Ребят, дело в том, что по данной игре вышло крутое обновление, и я просто не мог в нее не сыграть. К тому же, мы с вами ранее еще в эту вот игрушечку не играли. Ну и первую миссию мы с вами выполнили очень и очень быстро. Теперь я вам хочу показать, какие здесь были добавлены монстры. Ребята, посмотрите. Этого мы откроем на 5 уровне, этого мы откроем через 15 минут, потом на 10 уровне, и еще самый последний, вот такой вот крутецкий чувачок. Но мы, конечно, можем их раньше пооткрывать, я вам потом покажу, как это все делается, ну как это вообще очень легко делается. Давайте мы тогда наш, грубо говоря, второй уровень поиграем за этого вот инопланетянина, и прокачали мы с вами еще ему скорость, а также бонусная миссия. Ну давайте мы бесплатное что-то тут тоже прокачаем ему, и погнали. Нам нужно уничтожить их за сколько-то время. А, времени здесь нету, да? Здесь 5 чувачков. Кстати, погодите, по-моему, что там кто-то стрелял в нас, да? Вау, это что, ребятушки? Это что, снайпер какой-то? Это что, реально снайпер? Вот, блин, он сейчас... Фу, он чуть меня не замочил. Короче, тут, оказывается, были добавлены еще снайперы просто до обновления, ребят. Их не было, и до обновления было 3 монстра, а сейчас 6 монстров, поэтому я очень рад, что я не играл эту игрушку в самом начале, я очень рад, что мы сейчас именно ее играем, и, кстати, мы можем открыть себе скин вот такой вот крутецкий и поиграть за него. Вау, этот монстряка смотрится поярче. Ну что ж, давайте тогда мы еще одну миссию сыграем за него, мы, в принципе, знаем, что нам, ребятушки, нужно с вами делать. Ну, в принципе, бонусов здесь у нас никаких нету. Хорошо, давайте мы тогда разберемся сначала с вот этим вот снайпером, который может меня как-то уничтожить. А сейчас просто берем и добиваем, ребятки, оставшихся человечков. Так, вот тут прям на куче целая куча их. На куче целая куча. Так, фу, он обкакался, серьезно? Там какие-то какашки были? Да, вот это жесть. Ну, конечно, все бы, наверное, ребятки, обкакались, если бы увидели вот такого вот монстрика. Иди сюда. Так, ты еще жив? Блин, а почему мы такие слабенькие? Так, окейшки, миссия пройдена. А смотрите, цена на монстра упала. Чем меньше времени осталось до его открытия, тем дешевле он стоит. Ну, я предлагаю тогда посмотреть видео и сыграть, ребятки, за этого паука. Отличненько. Мы можем открыть тогда бесплатную коробочку и погнали, ребят. Давайте первым делом мы уничтожим все-таки этого чувачка. Кстати, он подбил своего, вы видели, ребят? Блин. А, в принципе, тоже с двух раз. Отличненько, мы с двух раз с ним разобрались. Очень хорошо. А паучок, по-моему, передвигается быстрее, или мне кажется, ребят? По-моему, что он чуть-чуть быстрее, чем тот монстр. Но, по крайней мере, можно было ему даже еще скорость прокачать. Вау, какой крутой скин. Но пока что, ребятушки, я не буду смотреть видосик. Нам с вами нужно сыграть еще, получается, одну миссию. Сейчас у нас будет бой с боссом. Поэтому я прокачал себе урон, чтобы мы были с вами немножечко посильнее. Ну а также выбираем здоровье. Отлично. Ну что, паучок, ты готов? А как нам, ребятки, с ним сражаться? Ой, что-то он очень стрёмный какой-то. А может быть, просто вот так вот нужно его бить? А, ребята, это все. Так мы с вами его отдубасили вообще на изи. И, наконец-то, мы с вами открыли следующего героя, паучка. Ребят, давайте мы сыграем за него полноценный, грубо говоря, уровень. Потом посмотрим видосик и поиграем за какого-то другого монстричка. Окей, тоже выбираем себе здоровье и погнали. Первым делом, ребят, разобраться с этим чуваком. И, кстати, блин, он через стены может стрелять, оказывается. Так, мы его быстренько добиваем с вами. Урон у нас прокачан, поэтому мы, грубо говоря, с двух раз можем уничтожить любого человечка. Иди-ка ты сюда. Давай, 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 ребятушки, съедаем его. Come to me, come to me. Так, получай. Отличненько, очень хорошо. Так, давайте мы еще с этим разберемся. И остался, по-моему, у нас еще один последний парнишка. Все, ребятушки, мы это сделали. Смотрите, что я хочу. Ребят, я хочу посмотреть видосик и сыграть за вот эту вот ходячую тыкву. Вау, какой же он крутецкий. Ну, в принципе, мы можем себе выбрать бесплатно снова здоровье. И погнали. Ребята, уху, Хэллоуин уже закончился, но не для вас. Да, бум. Тут еще какая-то бочка. А, ну да, точно. На бочке тоже нам нежелательно, конечно же, натыкаться. Бежишь, бежишь, от меня не убежишь. И мы его тоже поймали, ребята. Мы всех здесь чувачков ловим вообще на изи.
Так, ну хорошо, остался ты последний, да, самый живучий. Ну, иди сюда. Так, мы сейчас его, ребятки, съедим с двух раз. Отлично. Вот это, конечно, крутецко за него было поиграть, ребят, за этого парнишку. Но мы пока что его открыть не можем. Знаете, за кого я еще хочу поиграть? Да-да, за вот этого вот гиганта, ребятки, я хочу еще сыграть. Вау, ребята, этот монстр еще круче. Он, наверное, самый крутой. Ну окей, первым делом, ребятки, вы знаете, что нужно делать. Иди сюда. Иди сюда, чувачок. Все, мы с ним разобрались, и я хочу вам сказать, довольно-таки быстро мы это сделали, прямо очень быстро. Смотрите, как мы их раскидываем. Но скорость у него однозначно, наверное, самая большая, потому что он какой-то безумно быстрый. И еще осталось, сколько тут чувачков, так этого мы добили. Еще остался у нас два, да, еще два парнишки. Так, иди сюда, ну уже стой на месте, пожалуйста. Так, стой, чтобы я тебя долго не ловил. Так, все, мы поймали, ребятки, его. И вот у нас последний паренек. Так, самый живучий, да, ребятки, оказался. Стоп, погодите, мы его что, не... А, все, мы его уничтожили. Отличненько. И, кстати, ребятушки, через 7 минут мы с вами сможем поиграть за еще двух монстриков. Друзья, пока мы с вами ждем, нам еще осталось 7 минут дождаться, чтобы открыть вот этих вот, ребятки, двух монстричков. Где они? Вот этого вот и вот этого. Я предлагаю сыграть PvP-арена тогда с монстрами. О, это уже интересно. Ну окей, давайте мы тогда за 100 монет себе скорость прокачаем. И погнали. Так, смотрите, какие здесь замечательные монстрички. Так, это получается игра онлайн, ребят, да? Да-да-да-да-да, это, ребятки, игра онлайн. Воу. А здесь есть какое-то здоровье? Здесь есть здоровье. Так, мы можем, конечно, дождаться, пока все друг друга уничтожат. Ну, вот так вот потихонечку их еще добивать. Вот так вот, опа, все, минус паук. Так, и самых таких вот живучих, ребятки, самый живучий, который здесь останется. Так, мы сейчас их добьем. Так, здравствуй. И мы, в принципе, ребятки, с вами одержали победу вот в такой вот игре. А если мы, например, поменяем монстра, тоже прокачаем ему скорость, здоровье, еще разочек сыграем. О, тут уже у нас какие-то сиреноголовые. Тут у нас появились уже какие-то, ребятки, сиреноголовые. Ну, хорошо. То есть мы будем, наверное, с ними сражаться. Погодите, только я его здесь не вижу, Сайрент Хеда. Так он же был. Вот, блин, меня, походу, ребятки, обманули. Ну ладно, чем мы тут в стороне сидим? Давайте мы тоже будем сражаться. Вот так, вот так. Этого мы уничтожили. И остался у нас еще один последний противник, ребята. Ура, друзья, мы снова с вами одержали победу. Друзья, к огромнейшему сожалению, данного монстра и вот этого вот монстра нереально открыть. Поэтому я предлагаю сыграть в обычную тогда каточку. Я думаю, что, может быть, после этой катки у нас откроется босс. Ну, я очень сильно на это надеюсь. Нам осталось, получается, еще пройти эту миссию, и, по идее, следующая миссия босс, потому что игрушка, мне кажется, она меня обманула насчет того, что дождись 15 минут, и откроется новый монстр, то есть новых даже два монстра, но, ребятки, ничего, они не открылись, да, печально, очень печально, я надеялся, конечно, на то, что... Мы сегодня с вами за них поиграем, но, к сожалению, ребятки, нет, этого не произошло. Окей, бой с боссом. Ну, давайте мы поиграем за паучка, прокачаем его. О, try for free. Ну так, попробовать за него сыграть, но мы с вами уже за него играли, в принципе, за этого монстричка, поэтому нам нормально и за паука тоже, ребята. Так, ну чё, ты, надеюсь, сильнее немножечко будешь. Давайте мы сами с ним немножечко поиграемся. Давайте вот так сделаем. Бум. Ой, смотрите. Да, ребят, он реально сильней, вот, блин. Так, его нужно бить и убегать, ребят, вот так вот бить и убегать. И только потом мы его выиграем, отлично, потому что у него очень сильные удары. Мы с вами немножко восстановили себе здоровье, и еще один разочек, ребятки, он уже даже испугался. Отлично, и мы его победили, да? Ну и сейчас мы с вами полноценно можем за него играть, ребятки. Давайте мы тогда еще за него сыграем одну миссию, разберемся с нашими монстриками. Давайте мы прокачаем ему здоровье, еще можно за 100 монет купить скорость. Мы должны быть очень быстрые. Так, иди сюда. Так, мы сейчас с этим разберемся, с защитником, грубо говоря. И все, ребятки, и отличненько. Если вам эта игрушечка понравилась, если вы хотите по ней продолжение, то можете написать просто об этом в комментариях, и я еще в нее сыграю тогда, когда, ну, добавят, например, еще каких-то монстров, выйдет еще какое-то прикольненькое обновление. Но пока что, ребятки, на этом я буду свое видео заканчивать. С вами был я, Алексис, всем удачи и пока!